выводи их обычно. Всю? Фотографируй. А, подышь. А что ты делаешь? Давай. Или что-то по-другому снимаешь? Мне нужно не оттуда, ты понял? Я уже слышал, как холодный. Мне нужно не капитан. Забор покрасьте. Анька, выходи, я в песочнице. Раненько. Отойдите от тропки. Водя, 15 метров найди. Нормально у тебя там в саде зеленый свет. Скажи. Да. Поворотчиками. Хорошо, хорошо. Выше, выше, выше. Иди снимай, я поеду кататься. Иди снимай, я поеду кататься.
А что Иванович оранжевый? Можно? Не, нет, вот объясните. Верни. Я теперь в оранжевый буду. Будь, Дэн. Будь в оранжевый. Здесь. Ну, день помощи трудящимся. Я вот тоже хотел в оранжевый. Сказали, все в Доктор с молоточком, давайте подлечу. Анька, так что, тебе самокат не поднимать, не поднимать, покатаешься? Да не, когда, Дэн? Давай, 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 давай! Слушай, что это так рано? Саню сломали. Я на последнюю игру вообще пивка набрал всех человек. Это опасно, когда ты пиво пьешь, я слышала. А? Это опасно, когда ты пиво пьешь, я слышала. Хочешь холодненького? Да, хочу. Только надо воду эту вылить. Это не я. Дякую.
Мы берем. Будет махач, зови. Будет махач, зови. Да, чего? И мы все сходим до того, что это люди, правильно? Да. И тогда, когда у нас... И людина не может... Фух. Блин, когда солнца нету, вообще сегодня классно, да, на походе? Да. Я понял, я, короче, кидаю. Оп. Спасибо. А це я. Вида, я кину на тебя. Я сильно кину. Вообще, за все, за будь-яки кину. Все, пацаны, я трапную кидаю. Ну, я в той момент. Ні, слухай, я в той момент. Ну, отлично. Ну. Сегодня продолжишь. Це обідно, того що, дивіться, я з такого міста, де в нас є поля, але поля розміром у половину цього. І це вже нам радить. Ну, типу, ми там бігаємо до нас, такі поля, це все. І ці інструменти, типу, і от реалізації, це все оці люди построили. Не боліть, так! Це не Я не понимаю, но еще. То есть, наверное, то же самое и два раза.
Иваныч! Це дуже класно слухав. Вроде не должны они. Нормально ходит, что он хромает? Ну, он нормально ходит, ничего у него снова не видит. Не, ну он хромал, он так нормально хромал все. Он просто стал посидеть и пиздит. Посмотри, Андрюха. Не, ну он любит. Это факт. Что? Это факт, что он любит поговорить. Играем.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
минут 15 нам осталось. Thank you.
Кого? По времени они не опаздывают? Да вроде нет. Это что, первый тайм идет? А? Первый тайм еще идет. И как же, что ради задержки, если он пытается начаться, должен был? А может и есть маленькая задержка? Не, ну вроде ж было все вовремя. Да, себе маленькая. Не, ну мы ж в 9:30 начали. Да. Вообще не вижу, чтобы он хромал. Угу. Ты заметила? Так я сейчас Артему это скажу. Я понимаю, что человеку впадло, но когда я не настроен, значит, такая игра просто пойдет. Так ты настраивайся. Я не хочу. Чего? Я лучше просто посижу. А ну крикни, но фото. Пошел бы в тюрьму. Пойди. Чуваку просто надо судить. Я же не помощь скорая, правильно? Что я тебе скажу? Сами разбирайтесь, в общем. Спеши!
Так. Ой, где в маске? Ой, ой, ой. Согласен. Так там еще можно вот эту подушку подложить. Зачем? И так хорошо. Дую, я кайфую. А вот чтобы так снимать можно было? Скажи. Ты чего? Все оставляйте, если вы. Втроем!
Там как написано в протоколе, так и написал передача «Хвилина». Ну, «Хвилина» не написано «46». Нет. Все видно, но 46. А «Галюбина» он отдал. А, ну правильно, а «Галюбина» он отдал на 79-й. А Саша добил на 79-й, а «Галюбина» он отдал на 46-й. Сам.
Это рефрегулировщик. Давай, Дима, перед тобой, стой, стой.
Потихонечку. Называется «Доедем до конца». Ще малі, не виростуть. Ужас. Розсливають мені тут Аню. Один. Віда,
О. А? Я говорю, вот, закрываем. Мне кажется, ли это Женя задорожный брат? Да. О. Не будем мешать. Так он врезался в меня, вот так, да, меня, Ань.
Завершилось. Я не хочу. Там же можно подстроить, чтобы все время показывали 45. Да, хотя бы 50. Чего уж там скромнее? Смеетесь, не смешно. Я всегда весила там 55-56. И что потом случилось? А потом случился развод, 30 лет, и сразу же плюс 15. За месяц, да, это не смешно. Это травма. Иди, ты не весишь 70, ты гонишь. Нет, ну сейчас уже нет, да, сейчас нет. Ты гонишь 70, я 73. 69. Да не весишь ты 69. Хочешь, я встану на весы, чтоб ты обалдел? Да я тебе говорю, ты не весишь 69. Спорим? Спорим. Реально даже поспорим. Это бред. Ты бы еще сказал, что центнер весит. Мелочь кормом накнулся. Он легче меня, по-любому. Да я вообще не думал, походу, что он работал такие. Я не знаю, как его не сдувает таким ветром. Так мелочь в кармане, я что сказал. Женя, ну походу. Да, то есть это тогда вот это вот это файл. Называй по гостям. Женя, ну попрыгай. Послушай, не смел. Да, говорю, да. Есть. Один. Ну да я не отмечал только то, что с пенальти. По-моему, да, второй был, по-моему. Хочешь поржать, а ну включи трансляцию. Нет, потом я не запомню. Что там? Ты попрыгал? Мелочь есть? Да, обычно. Нет, просто обычно. Нет, просто звучание. Ой. Нифига себе. Очередь в кофейный автомат. Ну да, тут такое бывает. Ну да, если забирать по 3 дня. Так, ну сегодня кофе выпью. Девочки, даже не знаю. Наверное, а есть с карамелькой? А, это автомат. Ну ладно. Хм.
Нет, я все-таки не могу лишиться. Нет, с карамелькой. Ну что это такое? Да. Жиза. Так это да. У меня есть 10. Серьезно? Ой, мне на карамель не хватит. Сюда. Не чуди. Ну ничего. Мне парень еще 5 добавит. Представляешь, как у нас на ВДНХ? У меня иногда скулы болят. И а Паша им расскажет. А что он пишет? Ой. Ой, что так кино. Мультики показывают, по какой видео. Хребник пришел. А, Толик на бурик. Дедушка, это вообще. Беги, Фолу. Он топчик. Топчик дед? Да. Топ-дед. Алло, говорит, возьмите трубку. Алло. Вас не слышно, алло. Ты что в тарелку? Да, и тут вот это ж понял, видишь, это на мне как раз напротив ворот. Мне так столько, типа, ну, мертвой зоны я это называю. Давай срежем. Давай, тащи болгарку. Если что, скажи, что это темно. Болгарки нету, но там есть это. Вот эта травокосилка. Задолбемся, мы не тебя пьем. Ну а что делать? У меня козюльки поковырялся, нормально. Что, было такое, да? Ну, тогда же, когда они факи друг друга пихали. А, друг друга? Да. Я думала, рэпа. Не-не. Тогда бы можно было бы написать в комментах. Я обиделся. Скажи Жене, что у него козюльки застряла еще одна, хай вытащит. Не, ну беговая дорожка для дебилов. Лучше ж по травке бежать. А эти не смотрят. Они не слышат, Тём. Пол команды, пол этого, ну одна команда же не слышит. Чёрный юмор, простите, всё, я молчу. Завёл. Так, 10 минут еще. 10. Ну, может, 11. Это у нас вторая игра, там? Вот шлепатик продвинулся. Да не было, Саша, отсюда видно, пацаны. Да приложите, делай! Саша, встали!
уже идти. Ближе к нему, ближе! Саня! Саня, давай к нему! Кто тут выиграл? Ну, КФКГ. Да, а счет? 3-1 или 4-1. Сколько? 2, там же больше. Да. Сейчас мы у бородача узнаем Александра Родионовича. Женя! А, да, наверное, 2-1, точно. 3-1 или 4-1, или 2-1. Ты же умеешь тупить иногда, это мой пример. Кто? А, Мишанька, что ли? Хулиган? Да, лысенька появилась моя. Конечно, они подставы делают, специально развернула камеру. Да, сейчас вообще... Да все хорошо. Ну да, это те, кто от 2 минут. Ну я так знаю, что она показывает. Ну, короче, кто-то, кто повисел, не просто зашел и вышел. Thank you.
Быстрее, Макс! Да Макс, вперед, надо! Оператор, добрый день. Мука Лукьян. Не отвлекай, почитай. Да. Я с молоком американо. Чего? Американо с молоком. Че, с молоком? Латте с карамелькой не надо? Мне, пожалуйста, с каким-то сиропчиком. Зацепи, зацепи. Дожать, дожать! Короче, бери все функции шерицы. Все, ломать. А сахара побольше? Главное нажимать кнопки. Я еще не решила, с сахаром или нет. Я тогда пока сидит пиндюку и пока вари. Вот турка, турка на огне. Процесс пошел. Сколько осталось? А, сколько там осталось? Минута. Посмотри, Димон, Димон! Ближе! Через дом! Да через дом! Достань, мяч! Достань, мяч! Слышь! Я сказал, я останавливаю, нормально? Да это бабочка уже время проходит. Ближе, ближе здесь, не иди, Станислав, ближе. Вас, ближе, Влад, Дима, всем. Ближе, ближе, Олег, ближе здесь. Что-то неопределенное. Я уже деньги тебе пихаю. Да американо с молоком просто. Ничего не надо добавлять. Сахар. Там он же уже есть. На стандарте. Да. Да. Все, все стандартно. Дай, дай, Лиза. Дай, 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 дай. Саш, пила! Пила! Где это? Где блядь? Здесь?
10 минут, ты думаешь?